первый без вырубки, да? Не грамма эмульсии, это не эмульсия, это вода. Можно было по-человечески сделать и выбрать это все. Пишут, что ремонт был сделан 4.07 на 5 дней назад. Да, не соответствует заявленному отчету. Доделано уже более месяца назад. Говорят, ям в природе с вырубкой. Да? А это вот, вот оно. Вот. Вот. Самое главное, что здесь есть вон, асфальт. Дальше. Надо было убрать до асфальта. Весь песок. Продуть. Пролить эмульсию и потом уже сделать закат. Вот точно такая же вот. Ну да. Блины. Вот. Наш. Вот почему не приживается асфальт к земле российской. Молодцы. И на воду еще. Вот вода. Это свежая. Делали с утра. Вот вода свежая. Вот качественный ремонт. Пять миллиметров просвет по трехметровой рейке. То есть явно это брак. Ну, то есть эмульсии на песок. Все как обычно. Все. Там должен быть асфальтобетон, эмульсия должна быть. То есть края должны быть обработаны эмульсией. Вот это вот, видите, нет вообще ни грамма. Здесь должно быть твердое основание или уплотненный щебень. Надо было просто вот это все вычистить, грязь. Они просто шлепнули и все. Вон одну дырку заделали. Там дырку оставили, там дальше дырку оставили. Вот так вот они делают. Замаскировали. И тут тоже замаскировали. Ну и ту же яму за 200. А сколько вообще яму сдали? 73. А где отчет у вас по яму тогда? У вас потому что по 4 по 5 раз один и тот же слайд там есть. Это я видел. Я обращал. Нет, а вот отчет на 20 ям. Грубо говоря, вот больше я не вижу. А где остальные ямы? Не знаю. Вы просто написали 73 ямы и все, что? Нет, на самом деле так и есть. Уже июль месяц, вы ни одного двора даже не начинали делать. На осень. У нас до 1 сентября все должны быть сделаны. Сделают они. Делают. Там просто другой контракт. Ну, это по субсидии же. Значит, мы туда поедем. Поедем. Все. Понял, что это. Это я понял, что это такое. Это просто... Чуть-чуть цемента и побольше песка. Так вот, здесь сверху, вот они взяли здесь? Раствором. Раствор, это не бетон вообще. Это раствор. Да и раствор обыкновенный. Ну, видно, вон. Это вот это. Вот и вся бетонировка ваша. Просто на земле, на песке стоит. Как это может быть? Ну, не знаю я как это. Вот я вот. Какое-то место соединения, просто делают пятаки. Ну да, пятаки делаются, да, как, ну, обычно. Потом как. Бетон натекает туда. Да. И все. А потом говорят, вот не приживается асфальт. И бордюрные камни так не приживутся, если их неправильно не ставить. Ничего не приживется. Какая толщина вот должна быть? 4,5 пер. Здесь сколько? 3,5. Где эмульсия? Эмульсии нет. Поверхность не обработана, не подготовлена. Это до первого дождя. Ну, вы не подготовили поверхность, просто накидали асфальтобетон, не пролили эмульсию. Нормально. Орёщий дорога. Что это? Асфальт ломается шестися руками. Вложили неделю назад или две недели назад. Спасибо, сгорит. Пошли дальше. Ну, весь. Ты только на эту сторону смотрите, а на тот сторону, который... 10 сантиметров. А что это? Не знаю. Смесь с чем-то еще.
Вместо щебня использовал крошку. Это не щебень не камень, это же не крошки не камень. Ну да, здесь она 4-метровая, значит, не нужно было эти 20 сантиметров? Ну, это не миг сделать. Ямы вообще строжайше запрещены на новом асфальтобетоне. Здесь они должны 10 метров вырезать кусок и переложить. Ну, это согласно, это сделаем. Вот это вот. Толщина вообще 1 сантиметр. Здесь с краю. И на траву положено, на землю, на траву уложено. А с той стороны сколько? Да мне какая разница, у вас 5 сантиметров везде должно быть. Что вы мне рассказываете? Мне все равно, сколько у вас. Я с вами согласен. Почему? Вот именно сюда не копайте никогда. Где вам выгодно, там и копайте. Я, собственно, вот копаю. 1 сантиметр. У вас даже вот щебень видно. Смотрите. Вы даже здесь вообще не положили асфальт.